Святочная неделя – лучшее время для гаданий. Считается, что колдуя в период с 7 по 19 января, можно приоткрыть тайны будущего. Окунуться в мистический мир магии, узнать свою судьбу на ближайший год сегодня решился корреспондент «Ульяновской правды». Первым делом я решила погадать на суженого одним из самых жутких и опасных способов. Стоя перед зеркалом со свечой и шепча заклинание, упорно пыталась увидеть лик возлюбленного. Говорят, тогда в зеркалах появляется длинный освещенный коридор, в конце которого возникает суженый. Ждать его нужно долго, но приходит он обязательно. Но, увы, единственный, кого удалось разглядеть, наш оператор, а обещанный жених так и не явился. Но тушить свечи еще рано. Если вылить немного воска в миску с водой, то образовавшиеся силуэты и фигуры подскажут, что ожидать в будущем. Появившиеся передо мной узоры больше были похожи на кашу. За расшифровкой пришлось обращаться к интернету. Оказывается, в этом году я разбогатею. Было бы неплохо. Если прочитать в Библии загаданную строчку на случайно открытой странице, можно узнать ближайшую судьбу. Для нас, журналистов, Священное Писание – это толковый словарь. По нему я принялась искать тайные подсказки. Выяснилось, вскоре меня ждет переезд в тропики. Видимо, фортуна в этом году на моей стороне. Следующее в списке дел – гадание на качество жизни. Сложив в шапку всевозможные символичные предметы – камень, конфету, рюмку и золотое кольцо – я начала вытягивать по одному. По набору выпавших предметов выяснилось, что либо жизнь будет сладкой, либо я прибавлю пару лишних кило. Хоть что хочешь, говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Трактовки в гаданиях обычно неоднозначны, но главное верить в лучшее, искать в предзнаменованиях положительные стороны и не придавать большого значения плохим вестям. Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.